братан. Повернись, так бы было не надо. Просто даже хаос. Люди, позор Днепра, которым впадло помыть посуду. Просто показываю погоду. Мы с Денисом встали тут чисто попить кофе. Камеру даже впадло высовывать далеко, потому что ее жалко. Тихо, бедненько, сейчас засуну. Пьем с Денисом кофе. Я никогда не пью кофе, но решил выпить кофе, поскольку Денис каждое утро пьет кофе. Ну да. Съели сэндвич. Да, мебель почти все перебрали, вот осталась одна дверь. В общем, Марина, твое пиво реально забродило. Все, что мы можем сказать. У меня лицо опухшее. Не, а у меня. А что оно будет опухшее? Потому что на донышке. На донышке. На донышке. Тут столечко. Тут столечко. Пара стаканчиков. Да. Кто-то идет. А? Не. Погода отличная. Да, можно идти на санках кататься. Вот вообще, мне кажется, здесь отлично стоять и наблюдать за погодой. Вот не идти туда на улицу, а вот за погодой наблюдать. Это у тебя крыша на голову. Это Владик, мы с ним будем кататься завтра. А сегодня чинить будем. Репейр чисто. Сайкл репейр. А это вот позор Днепра. Угу. Как впадло помыть посуду, да? А стакан после кефира кто не моет? Смотри, смотри. Может, это начало влога, даже не знаю. Лайк, это начало влога? Это начало влога, такой, короче, я, короче, иду так и получается сидеть. Пускай скажу, какой-то алкоголь пустил. А ты бы это слышал. О, привет, мальчик. А ты не подскажешь, но у вас тут недалеко? Такой спрашивает. Да, блин, сейчас Сашка Калахова. Я говорю, нет, ну там далеко, там типа. Он такой, а на сколько? А проведешь меня? Нет, ну потому конфетки что он говорит, дам, конфетки он будут. Он говорит там. Это, ну, типа, а ты мне это, покажи там как. Так нахрен ты покупаешь эту штуку? А, это мне надо. А, да она ж вредная, ты шо? Я дай попить. Не, на самом деле просто я не выспался. Я ее пью только в одном случае. Ну, я ее не покупаю. То есть у кого-то есть, я не выспался. Ну, сушка, в течение обстоятельств. Я уже три выпил разных видов. Ну, она в сердце садит. Нон-стоп. Там кофеин, ну кофе. Тебя, ну могла бы подходит. Не, он тебе берет, Макдональдс к двери подходит, такой.
сейчас по новой начнем. Давай по новой, Миша, все хуйня. Мы уже починили все, вставили. При помощи дедушки. В общем, сейчас уже едем кататься. Пару сейчас съездим, возьмем. Наверное, в этой серии не будет. Еще не вечер, сказал бы я. В общем, едем. В общем, спустило мне немного колесо. Заехали на монтаж. Качнули. Совсем чуть-чуть, но... Зарубасик. А ты что, там компрессор бешеный, два раза пшик-пшик и все. В общем, Владик уже пьет колу. Я уже допил свою колу. Взяли еще колы, больше колы. У нас прошла одна такая фигня, то что было у нас переднее колесо, получается, его подклеил Дима в слад, ну, в латке там заклеил все это. Потом начали надувать второе колесо, а там были ключи. Промокации, да. И просто второе колесо пробили. Пока мы это все делали, уже такое время. В общем, будем ехать. Да, будем ехать. Какой-то херня. Нашли какую-то хату. Да не надо. Там ничего нету, Владик. Дырка в гараже. И там куча мусора. Давай сюда велосипед поставим. Да нахера, Владик, тут ничего нету. Я просто... Сбоку чисто посмотреть. Ни хрена ничего нет. Вот в окно можно залезть, правда. Ну, там воняет и говна много, Владик. Ладно, я думал, она просто забита и там чисто. Я просто зачковал, блядь. Ну что, поехали? Поехали. Не, я говорю, если б не любал, то я б залез. А что? Да не любал, то пришла не вовремя, то я б залез. Повезло, что, короче, там много мусора. Так бы мы точно залезли. На себя. Открыл? Да. Нет. Это совсем другая дело. Поехали. Да. И такое бывает. Не упал, Дима. Жесткий. По коленке. А сейчас такого никогда не повторяйте. Удержался. А я одной рукой поехал. На рукой. И упал. Что, влог наш? Стой, подожди, да. Сними чехол. Видишь, оно здесь светится, оно видно. Не вижу, честно, слепо. Ну видно. В общем, все, мы открыли камеру, мы уже покатались на великах, мы все сделали, идем в табакерку. Синенький чехол. Я обманул и сказал, что кальян не будет. Мы с Денисом сейчас будем курить кальян. А я буду смотреть. А Владик будет сидеть, играть. В общем, сегодня он с нами. Денис уже, наверное, возле табакерки. Сегодня мы возьмем двойной виноград со льдом. И будем кайфовать. Привет, Денис. О, новый купил. Мы записываем. Новый купил камеру. Камеру? Да, новую камеру. Ты что, не видишь? А не камеру, это чехол. Идем. Как дела? Привет. Нормально. Да? Кстати, Денис, что вы скажете про сегодняшний... За меня? Что вы скажете про сегодняшний кальян? То есть я тебе еще и виноват. Дымный будет.
Я тебе еще не дым не ходит. То есть я. Йоу, блядь! Давай! Давай, мальчик с мусорным хвостиком на голове. А, знаешь, как эту прическу называют? Мусорный пакет. Ну. Его же тоже так завязывают. Да, типа. Я не завязываю. Братан, а ну, садись на коленки, я тебя понесу. А двойной виноград любишь? Ты там что-то экран. Она поснимает, она не снимал. Экран отходит, всякое такое. Так важно. Можно ли это? Интервью. Какой-то репортаж встретил. Владислав, как вы докатились до такой жизни? До какой жизни? До такой. До какой? До такой. Что встряли уже в наши влоги. Да я вообще даже видео не. Когда злой влог появится? Я? Мы тебе рекламу на канале сделаем, а тебя влога нет. Я вас спонсор. Спонсор? Крутые чики идут в клуб. Чики. В общем, не забывайте про конкурс. Да, колодка больше не разыгрывается, но мы разыграем что-то другое. 50 подписчиков все же в силе. Вот, смотрите наши влоги. И скоро мы разыграем. Это будет сюрприз вообще. Главное, наберите. Главное, набираем 50 подписчиков и разыграем на канале. Ну, чтобы было 50 подписчиков на канале, и рандомом разыграем. Так что. Ждем всех. Будем сейчас делать забивочку. Которую мы скоро заберем. Скоро у нас появится Sony PlayStation 2. Ага. Я взял вот такой тесак. Сейчас буду резать табак. Сочинять битак, репак, йоу. От души на 30 грамм, реально на 2 раза. Ну ладно, почти на 2 раза. На апгрейд еще будет. Мы с Денисом уже брали двойной виноград. Сейчас посмотрите, который час надо. На гости заглянул рыжий кот. Привет. Не уходи. Ты на каша на пол. Иди. Чего ты? Хочешь табачку? Табачок. Табачку хочешь? Дружище, потерялся? Мяу. А представь, это породистый кот был. Это рыжий. Там тут давно. Да? Денис, не пугай кота. А? Кота не пугай. Спал кота. Все официально, Дмитрий. Как надо сказать, Дима? Эй, парень. Могу сказать так. Поскольку стартнав не жаростойкий, мы не будем его забивать уверпаком. Я повыделался, сказал много умных слов. Непонятно. Да. Мол, я такой опытный кальянщик. В душе я барабанщик, марихуанчик. Что не так, Дмитрий? А что случилось с вашим Клаудом? Почему он не разобьется? Потому что мы его потеряли. Мы тут разобрали свой Клауд, но тут такая фигня, Денис его забрал. Денис, в общем, когда разжигал кальян... Денис, где Клауд? Что-то чесночное? Не, попробуй. Антон, ты попробовал пиццу? У них тесто, наверное, самое лучшее, где я пробовал. Все, я забил. Забивочка готова. Thank you.
отвисаем на балконе. Одел, я сижу в пальтоне. Йо. Йо. Что? Прикольно, да? Что? Это как так? Непонятно, непонятно, непонятно. Да. На, Дима. Давай чокнемся темным пивом. Темным пивом. Передача начинается, пусть говорят. Итак, Владислав, в чем вас обвиняет? Обвиняет. Да меня, меня хотят посадить на 8 лет. Потерпевший. Так а что вы на велике снимали? Так мы там только остановки снимали. Это знаешь так? И такой переход. Бармен Денис, налейте мне кока-колу на донышке. У меня актуально. Да? Не актуально. А уж выйдет же сейчас 4-5 часть. Да, кстати, я слышал. Понедельник. Ого, я хочу ее посмотреть. Ожидайте обзор на Диану Журыгину, 5-6 обзор. Во сколько времени он будет? Не знаю. Поехали в Москву, купим билет. Нет, именно. Так уже отсняли. Теперь, кстати, если пишешь Диану Шурыгину, об ней разговариваешь, ставят бан 18+. Но нам не поставили. Кальяна Самаровский, да. Не знаю. Солененькие такие. Да? Или с самарами вообще. Оливки, вот этот с санчоусами был бы такой. Чеки. Может, анчоусы туда подкинем? Слышишь? Вниз. Вы понимаете? Йоу, йоу, это время и кисель, йоу, let's go. Дядь, как классно с угрями греться. У тебя маленькие волосы. Мы тоже можем взять. Да сейчас. У меня большие волосы. У меня вот тут. У меня все равно больше. Почему-то. У меня тут самый большой. Ну, значит, наведи на лицо себе. Вперед волос. Ну, смотри, ну. Ты с ним так тоже ровно? А, да если бы я еще гелем. А, смотри, оно у меня так же, как и у тебя. Ты же серединочку купил? До губов достает. А у меня вот эти вот волосы. А у тебя, Дима, до какого у тебя волосы достают? У меня до губов. До губов? До губов. У меня до носа. У меня чуть ниже пояса. У меня 5 сантиметров до пола не довисали. До пола. А у меня еще 5 сантиметров на полу валяется. У меня 5 сантиметров еще с этой лестницы висит. А у меня вообще 5 сантиметров от цитрусов. А у тебя вообще 5 сантиметров. Ой, ты шутник. Шо ты, 3-сантиметровый Дениска? Книжка. Не, у меня волосы сантиметров 40, так точно. И не только волосы. 40 сантиметров, это как, наверное, пол твоей ноги. Ну, где-то вот так вот, 40 сантиметров. А у тебя волосы такого? Да. А там 60 уже. Владик, что ты делаешь? Кому? А ну давай, давай. Имя чердак? У меня есть такая бутылка классная. Какая? Ну ты сказал так, сделай еще раз так. Когда? Ну-ка шо? Ты что, дурак, я не врел, что у меня классная бутылка. У меня есть такая бутылка классная. Вот так он сказал. Ты все, уже не продвигаем кальян, значит, у канала. Да, вот так, значит, ты да, заговорил. Все. Я понял. Оп, я уже на пляже. Оп, я снова на коне. Все, ладно. Какой бар? Ну, барик. Какой бар? Ну, барик. Я не барик. Ты барик. Хоть. Владику плесни. По себе не надо, Владику плесни. И нам расплескай. Владик уже 2 стаканчика выпил, а мы нет. У нас правда стаканчики побольше. Так ты шо? Дрянидло. Да ты нормальный вообще. Доливай мне, доливай, давай. Вот как раз будет поровну. Да Владик уже плеснул бы. У меня меньше всего получилось.
Я вообще со стаканом. Вот у себя не барик, я тебе чаевые не оставлю.